Битва с Визером. Ничего не видно. Это что еще такое? А ну-ка выходи отсюда, разбейник. Вот какого-то фига не горит. Это новая тактика, я такого еще реально не видел нигде. У меня с эндерменом выпал блок земли. Время настало. Долгожданная битва с Визером произойдет сегодня. Каркар! Замечательные и прекрасные! Я Данкар! А ты кто такой? В смысле? Выйди из Вицы, это не твой мир, это мой мир. Тут такие, как ты, не живут. Иди обратно в ад. В смысле, ты не хочешь в ад? Ты не хочешь в ад? Новый питон. Ну ладно, живи тут, свинорыл. Это свинорыл. Приветствуем нового питомца. Стоять! Свинорыл! Теперь ты тут живешь навечно! Я самый добрый хозяин. Я уже дважды в этой серии подпалился, укололся. Что еще будет, блин? Меня прибьет визор? Ква. Время подписаться. Если вы еще не подписаны, надо нажать на кнопку подписаться, если она у вас красная. Давайте, тыкайте. Тыкнули? Спасибо. А теперь ставьте лайки. Абсолютно все, кто сейчас это видит, надо поставить лайк. За 3 секунды. Давайте. Раз, два, три. Поставили лайк, подписались. Спасибо большое. Итак, что нужно сделать, чтобы убить Визера? Правильно, Петр? Петр, пойдем в подвал! Подвал не на втором этаже, подвал на минус первом этаже! Пойдем отсюда! Петр! Петр! Давай! Все. Ты дурак, что ли? О, господи, боже мой, это собака! Все, ты сидишь здесь. Ни шага отсюда. Очень красивый вид. Все, сиди здесь, а я иду убивать Визера. Пожелай мне удачи. Спасибо. Ква. Дед с батей опять сцепились, каждый день одно и то же. Ай! Ты убил эндермена, дурак! У! Блок земли? Офигеть! Как некультурно, Лама, как некультурно, я это все слышал, я все видел. Ай! Ты меня... Это ты меня бьешь, да? Получай! Она в меня плюется! Она в меня плюет! Так мы осознали, что Богдан от Ламы отличается только тем, что... Да ничем он не отличается, собственно говоря. Ты чё моих коров убиваешь? Ты офигела! У меня теперь будет всегда Лама, которая будет в меня плеваться. Господи, обожаю. Что ж, народ, вот он, храм смерти. В этом храме придется умирать Визеру. Визер, если ты смотришь это видео, ты скоро умрешь. Вот он, Визер. Он, по сути, во мне. Это звучало странно, Богдан. Дурак, не туда. Так, вторая голова. И сейчас я поставлю третью голову. И мы будем драться с Визером. Раз, два, три. Это что еще такое? Ты такой страшный, о господи. А ну-ка выходи отсюда, разбейник. Выходи с моего Майнкрафта. Я за себя не отвечаю. А ну, уходи отсюда. А то у меня тут есть очень опасное оружие. Уходи отсюда, уходи. Ладно, что-то он уходить не хочет. Придется его уничтожать мечом и луком. Нет, 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 так, лава, 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 лава. Первое пошло лава, давай. Гори. Вот какого-то фига не горит. Ты что делаешь? Ты что? А, ты моих лаву, ты пупырник!
убил пупырника! Он убил пупырника! Я сейчас сдохну! Я сейчас сдохну! Вещи! Я тебе никогда не прощу этого, ты прибил моего пупырника! Пупырник, я должен был тебя защитить! Он двигается сюда! Он где-то близко! Вот он летает! Ты что, дурной? Он хилится? Погоди, он похилился! Он похилился, господи, боже ж ты мой. Слышь, вот вообще не до тебя, братан. Стрелы, дай. Ёпер. СТ. Не-не-не-не-не-не-не, меня нет, не надо стрелять. Просьби. Я, он попал. Ой, очень плохо. Так, мне нужно как можно больше молока. Что происходит? Что сегодня за серия такая? О, господи! Мои коровы! Ну давай, где ты там? Я тебя ненавижу уже просто. Визор, он где-то близко. Ты куда там? На Светку и Ленку пошел? Господи, ты дурак, что ли? Она ж тебя сожрет. Ты что, дурной? Он дурак. Да успокойся ты, господи, боже ж ты мой. Собаку убил! Все? Успокоился? Нет. Я в него яйцом. Так. Это было не лучшее решение, Богдан. Вот вообще не лучшее. Он не отходит, да? Да ты что, офигел? Успокойся, отстань от меня! Отстань, я сказал! О, господи. Что мне с ним делать теперь-то, ёпры СТ? Пещеру. Давай за мной. Давай со мной. Иди сюда. Да ёпер СТ. Попадун. О, он спускается, кажется, да? Он там. Мамочки родные, оно сходит с ума. Так. Молоко. Уходим. Я вообще его не дамажу почти что. Чё? Ты убил моего коня. Ты уничтожил загон для коров. Ты понимаешь вообще, что ты сделал? Мне что, тебе, блин, столб строить? Построил, блин. Я его дамажу. Отлично. Хоть что-то, хоть какой-то прогресс. Ах ты скотина, как я тебя ненавижу-то, Господи! Я уже не рад, что я его заспавнил, я с ним не могу никак драться нормально. Я не знаю, что мне делать. Единственный вариант это сейчас уйти с этой пещеры, оставить его пока что здесь и попробовать найти лук. Точнее, зачарить лук на эту, на бесконечность. Я думаю, что только так мы можем его победить. Погоди, а Костяжоп жив? Я надеюсь, Костяжоп жив. Костяжоп, ты жив? Костяжоп жив! Костяжоп переживет абсолютно всех вообще. Костяжоп, ну хоть ты жив. Все, живи. Хва. Нифига не получилось, сила 1, 4 лука зачаровал. Идиот, это не чаруется, бесконечность не появляется на таком уровне зачарования.
Ладно, пойдем бить его молотком по голове, ну точнее, мечом. Так, скотина, ты что, вышел из пещеры? А ну, залезь обратно. Ах, вот он, где я его вижу, он никуда не ушел с этого места. Да ты додал бал в трудный... Давай слази оттуда. Да, молодец, за мной, погнал. Пригнал, блин. Да чё ты не падаешь, господи. Оп, поехали, да, со мной, погнали, вниз, копай вниз, давай. А кто его там бьет? Его какой-то монстр бил, кажется. Или он сам себя убивает? Что происходит? А, он сам себя убивает. Слушайте, тактика, хорошая тактика. Да не выключай свет, камон. Идиот. Он сейчас сам себя пригнил. Погодите, если визор сам себя приведет, это будет просто идеально, господи, это новая тактика, я такого еще реально не видел нигде. Давай еще чуть-чуть. Отлично, молодец, уже половина хп. Я считаю, это замечательная тактика. Ну, ой, хорошо, давай, еще чуть-чуть осталось. Давай. Ой, как очень мне страшно, больно. Давай. Ой. Ай! В этот раз ты попал. Господи, у меня просто тут не 90 IQ, тут не 140 IQ, тут миллиарды IQ. Так. Спокойно. Надо добивать. Я сейчас умру. Блин. Ладно. Может быть, не самая лучшая идея. Окей. Окей, добивай сам себя, вообще без вопросов. Бэм. Давай, чуточку еще. Отлично, красавчик. Ты чё? Давай. Ай, больно на ноге. Я упал. Так, погоди, надо забрать лут. Это самое долбанутое убийство визора, которое вы видели в своей жизни просто. Лут, погнали за лут. Я надеюсь, оно же не пропадет, правильно? Ну, не пропадет же. Офигеть, конечно. Да, вот. Есть, звезда Незера. Отлично. Офигеть просто. Ух, господи, боже мой, это самая сложная серия в моей жизни. Это настолько было сложно, боже, вы не представляете. Я в один момент, я уже думал, не знаю, я реально не знал, что делать. Надо сделать какой-то этот монумент, да. Посвящается глупому визору. И вот этот вот сеточек. Комментарий дня! Чтобы туда попасть, нужно просто писать комментарий, и один из них попадет в следующее видео. Давайте. Мы потеряли Пупырника. Это самая большая потеря в битве с визором. Пупырник был той самой лошадью, ради которого я на протяжении 12 серий искал долбанное седло. Я его нашел, но я даже не успел покататься на Пупырнике. Я не успел с ним сходить в приключения. Пупырник, ты пал как герой. Ты пал как настоящий герой. Ты пал за правду. Вот не так, как эта тупая корова, которая только что сжарилась в лаве. Спасибо. Ты пал как настоящий боец. Как настоящий гордый бравый воин. Этот закат для тебя, Пупырник. Родина тебя не забудет. В память о героической жертве коров я соорудил этот небольшой мемориал.
внутри которого лежит 20 ведер молока. Как напоминание о том, что коровы мычали не просто так. Их мычание настолько надоело Визору, что он решил убежать от него как можно подальше, в пещеру и самоуничтожиться. Поэтому коровы помогли мне в этой неравной битве с очень сильным врагом. Слава коровам! Меня сейчас дадут гражданство Индии, блин. Так, звезда Незера, обсидиан и стекло. У нас есть маяк! Блин, какая же изматывающая серия, господи, у меня уже сил просто нет. Ты убил корову! Ну-ка, да как ты смеешь убивать коров? Корова священное животное. Так, вон там напоминание о величайшей глупости человечества, Визор. А где же нам построить... Ах, вот. Вот, действительно же. Прямо здесь мы и построим маяк в честь Пупырника. Маяк в честь всех павших в этой неравной битве. А ты что тут забыл? Я тут вообще-то маяк шел строить. Какой такой рейд? Так, маяк будет построен вот здесь. Да, здесь будет стоять маяк в честь Пупырника. Не, ребята, я не переживу рейд сейчас. Мне нужно отдохнуть. Я так устал за эту серию, просто трындец. Я думаю, что благодаря вот этому вот дурному знамению следующая серия станет очень интересной. А пока что не выключайте это видео. Тыкайте на этот, или может быть даже вот этот вот ролик. Смотрите предыдущие серии, если вы там что-то забыли. Просто заходите на канал и смотрите более старые ролики, если все это уже вы видели. Поэтому давайте удачи и пока. Встретимся очень скоро. В следующей серии будет трындец, походу. Ha!